Сотрудники Центра кинологической службы управления МВД России по Смоленской области посетили юных смолян во время их учебных сборов в деревне Жуково Смоленского района. Военно-патриотические сборы были приурочены к столетию со дня рождения Героя Российской Федерации Михаила Калашникова. В них приняли участие 81 человек, представители всех 27 муниципальных образований области. В ходе сборов ребята не только познакомятся с особенностями службы в различных силовых структурах и ведомствах, но и проявят себя, покажут свои качества, продемонстрируют свои умения, ну и, конечно же, познакомятся друг с другом. Полицейские кинологи рассказали юноармейцам о работе центра, о воспитании служебных собак и о том, с какими заданиями им приходится сталкиваться в повседневной работе, находясь на месте преступления. Свои способности наглядно продемонстрировали и четвероногие напарники сотрудников полиции. Специально для юноармейцев кинологи провели тренировочный поиск служебной собакой заложенного имитатора взрывного устройства. Самые смелые из ребят не побоялись выступить в роли преступника и оказаться задержанным. Со всеми заданиями гости из МВД справились на отлично. Ребята остались в восторге от проведенного мастер-класса по дрессировке собак, а те, в свою очередь, разрешили себя погладить. Виталий Волков, Владислав Полоскин, Ясна ТВ.